Всем привет, с вами Макс, и сегодня мы поиграем в игру под названием LS Garage, симулятор гаражного тюнинга. Так, что тут происходит? У нас тут батл за самый крутой стиль. Жмешь старт и оцениваешь машины других игроков. Потом собираешь свою тачку и отправляешься на батл, где она сразится с соперниками. Если машина попадает в несколько туров, она выходит в финал, за который проходит отдельное голосование. Сейчас тебе доступны только классические модели, но в автосалоне есть кое-что поновее. Удачи, а ты наш поймешь по ходу. Давайте посмотрим наш профиль. Значит, музыку тут не отключить. Не, типа, музыку можно отключить, но будут ли, типа, звуки, я не знаю вообще. Player 670 1548. Это, ну... Ладно, неважно. Так, а что у нас по аватаркам? Их очень много. Так, давайте зайдем в автосалон. А, у нас есть классика. Походу, классика 2. Еще что-то. Еще очень много, короче. Каждую игру в гараже тебя ждет новый набор запчастей. Как использовать их по максимуму и не облажаться? Это руководство поможет тебе собирать красивые машины и побеждать в батлах. Пролистай... просто листай право и черпай здание так. Трэш Шапито, пожалуйста, не надо использовать так. На-на-на. Ресто. Классическое направление тюнингом из родов Калифорнии. Стэнс. Современный стиль. Ага. Красивое радикальное занижение так, что арка почти касается обода колесных дисков. Идеальное состояние кузова и минимум аксессуаров и стикеров. Ну и, конечно, диски. Большие, широкие, блестящие на низкопрофильной резине. Собирать такой проект в игре под силу каждому. Боевая классика. Red Look. Локальные стили. Дворовый тюнинг. Южный стиль. Бэпан. Баку стайл. Сложность 3-5. Раритет и автоспорт. Стили вариантов тюнинга существует гораздо больше. Это там. А это вот точно, это руководство, ты всегда можешь существовать в гараже. Ага, ну авторспорт... Так, у нас доступна наша первая машина, ВАЗ-2101. Давайте мы что-нибудь на ней забабахаем. Цвета. Какой бы цвет можно забабахать нашей машине? Думаю, серый тоже будет неплохо, так что... Не, как-то... Нет. Во, вот такой вот. Так, подвеска. Можно что, бесплатно что ли заряжать? Не, бэпан как-то будет... вот как еще можно, да? Так, резина. Плюс, минус. Только на одно, что ли? А как на два колеса? Ладно, неважно. Так. Короче, очень тут долго разбираться. Давайте посмотрим диски. А что тут, все бесплатно вообще? А не, можно плюс еще добавить за какие-то LS-монетки. А почему только на одно колесо? Я не понял. Или плюс. А, стоп, а что в различии? Думаю, я могу сделать какой-нибудь... Нет, это не ретро стайл будет. Я могу сделать ресто. Не, у меня таких дисков, как у шестерки, нет. Стэнс. Ну, стэнс тоже будет, не знаю. Боевая классика. Ну, можно забабахать, но как-то нет. Локальные стили. Я не знаю. Я не хочу как-то вы. Я думал, что такое? Ладно, вампира мы оставим. Зеркала тоже. Это что? Какой-то глушак. Это что? Черные ручки. Фары поменялись, типа. Передние, я думал, чё? А это вообще чё за плюс один? Можно, типа, новые диски купить или что-нибудь еще? Давайте мы, например, купим подвеску, а тут нельзя купить. Давайте мы купим. Я думаю, чё, а тут, да, оказывается, что-то два. Ну все, я понимаю. Я начинаю понимать в этой игре, ну давайте, что ли, один плюс купим. Ага, теперь у нас доступна... доступна губа. Так, вот у меня что немного вышло. Я немного перезашел игру. Теперь вместо копейки у меня доступна только тройка. Я поменял диски, уменьшил резину. Что? Ну, еще тут есть всякие, как я... Ну, всякие еще дополнительные мелочи по типу каркаса. Такого выхлопной системы, спойлера. Слишком такого. Думаю, можно отправить машину на батл, но ей что-то не хватает абсолютно. Я не знаю, давайте мы уже отправим нашу машину на батл. Готов представить проект публике, тогда погнали. Перед этим можешь сохранить фото на память. Все, на батл. Первый тур. Соперник. Зайчи. Побит. Жюри. Воу. Ну блин, что у него такое? Ну не знаю, сейчас проверим. Так, первый оценили мой. Второй. Третий. Я чё, победил уже? Нихера себе. Ладно, тогда второй тур. Так, за это дают два кристаллика. Соперник. Би.
Пчела. Дамс. Пока моя жига лидирует. Сейчас посмотрю, что будет в этом туре. Так, первая оценка у меня. Вторая оценка у нее. Чего? В смысле? То как я так проиграть-то мог? Ладно, неплохое начало. Голосовать за... Или стоп, чё? Может голосовать? А, это голосование за машину дня, что ли? Типа, я должен проголосовать? Не знаю. Думаю, я проголосую за чайку. Так, давайте чекнем автосалон. У нас есть Жигули. Все что ли? Вторая классика. Это уже с Жигули с четвертой модели до семерки вроде. А это чё? Хиты 80-х. Восьмерка, девятка, 90... О, это же Наташа вроде. А это уже поколение X. С десятки до 12 купе. Итак, раз уж я проиграл, я решил еще раз начать. И теперь у меня вместо тройки двойка. Итак, что у меня вообще по дискам? По дискам у меня все так же такие же колеса. Но у меня еще есть и, походу, колеса от Фиата. И стандартные от ВАЗовских копеек. Я бы хотел сделать из него ретро, но у меня нету этих шин с этими бежевой покраски. А что у меня здесь? У меня опять эти черные ручки сзади, так скажем, повреждения. А тут на крыше... А тут на крыше непонятно что. Что у меня с наклейками? Яндекс.Дрифт. Но какой здесь дрифт, пойми? Какой здесь у меня дрифт? Это у меня не дрифт, двойка. У меня просто обычная двойка. Но мне надо что-нибудь с ней сделать, чтобы у меня... Вах, как красиво было. Ну, как-то вот так вот у меня получилось. Но что же мне вообще еще добавить в свои тройки? Вот доказывал, что, типа, сзади поврежденная часть. Интересно. А это похоже на... Ресто. Ладно, это самое простейшее, так что я не знаю. Давайте сначала сохраним в профиль фотку, теперь на батл. Итак, мой соперник, плеер, понятно. Итак, какая у него... Ужас. Oh shit, here we go again. Итак, у нас у обеих двойка. Первое сразу получаю я. Второе тоже. Так это вообще налегко. Итак, соперник у меня, походу, будет посложнее. И у него машина ВАЗовская копейка. Итак, мы снова здесь, на той же локации, в каком-то лесу непонятном. Давайте. Первый я. Второй тоже я. Да ну нахер, я снова побеждаю. Так, давайте на третий тур. Походу, я скоро буду в финале дня. Итак, у нас, походу, это новичок. И... Ой, ё-моё, это что такое? Итак, я... Опять снова на этой локации в третьем туре. Ну ладно, так, давайте. Так, его первым оценили. Меня вторым. И давайте. Damn it. Ну все, я проиграл. Опять же. Ну, я хоть победил во втором. Я попал на втором. На... Итак, я решил снова попробовать это сделать. Я не знаю, что у меня вышло. Я взял еще какие-то диски. Занизил его немного, добавил губу, немного затонировал колеса в голубой цвет. О, это идеально. О, например, вот, вот все. Еще раз на батл мы должны победить. Опа, мы теперь на парковке. Сзади стоит BMW. Первый я снова. Второй тоже я. И, соответственно, третий я тоже. Я снова побеждаю, так что давайте на второй тур. Мы снова на парковке. Первый получаю я. Второй он. Да вы издевайтесь. Я такую треху забабахал. Ну, о, у него тоже, кстати. Ну, ладно. Проигрыш, так проигрыш. Ну, а на этом, я думаю, все. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте колокольчик. Ну, а с вами был Макс. Всем удачи и всем пока.